Введение обязательной вакцинации все же ограничивает права и свободы казахстанцев. Правда, на это имеются все основания. Об этом сегодня заявили в Министерстве юстиции. Там уточнили, что власти действовали в полном соответствии с главным законом страны. Конституция страны позволяет государству вводить ограничительные мероприятия, устанавливать обязательные мероприятия в целях, когда идет угроза конституционному строю, национальной безопасности и общественному здоровью в том числе. Вот сейчас как раз таки тот случай, когда от здоровья каждого зависит общественное здоровье граждан нашей страны. В этом случае Минздрав и воспользовался нормой кодекса о здоровье, которая обязывает граждан страны прививаться от инфекционных и паразитарных заболеваний. В конце прошлого года постановлением главного санврача к ним отнесли и коронавирус. Правда, сначала добровольцев оказалось немного, из-за чего властям и пришлось пойти на более жесткие меры. В общей сложности на сегодня прививку в Казахстане получили 4 миллиона человек, половина из которых прошла полный курс иммунизации.